Всем привет, друзья! Меня зовут Илья, иммиграционный эксперт. Прямо сейчас нахожусь на границе США, Сан-Исидро. Вот это вот транспорт. Люди едут, кто-то покупает машину подаваться на убежище прямо на машине, кто-то стоит в очереди. Очередь начинается 500 метров и дальше двигается вот туда. И в том месте можно уже подать на убежище. Мы занимаемся данной тематикой с 2016 года. У нас большой YouTube-канал, более 1000 видеороликов. Если вам нужна помощь адвоката, переводчика, гида в Мексике, вас встретят, безопасно доберетесь до границы. Если не получится подать Тихуана, поедем на другие КПП. Обращайтесь, пишите, переходите на наш сайт. Всем удачи, привет вам из Тихуана, пока.